В Алматы прошел чемпионат Казахстана по тхэквондо. Айти среди юношей 14-17 лет. Эта версия отличается тем, что боевые техники выполняются как ногами, так и руками. Международная федерация тхэквондо Айти предоставила право провести чемпионат Азии 2016 года Алматы. И молодежь стремится попасть в состав команды. Среди победителей в разных весовых и возрастных категориях оказались такие спортсмены, как Георгий Хандрусов из Караганды, Нурдаулет Али из Южно-Казахстанской области, Дастан Альчибаев и Тимирлан Сейтханов из Восточного Казахстана, алматинцы Азиз Каримов и Дамир Миралиев, Екатерина Тюлепева из Караганды и другие.